Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Здоровое питание – это сбалансированное в количественном отношении питание. Поэтому нам нельзя излишествовать в этом вопросе. Потому что излишнее питание приводит к различным болезням, как ожирение, как высокое давление, сахарный диабет и многие другие. Поэтому Аллах Субханаху ва Тааля нам сказал: «Ешьте и пейте, и не излишествуйте». Поистине Аллах не любит тех, кто излишествует. Поэтому дай Аллах Субханаху ва Тааля, чтобы наше питание было сбалансированным в количественном отношении.